Здравствуйте! Добро пожаловать на очередной обзор героев Heroes of Newers. Силуэт. Ловкий герой дальнего боя. Эта девушка-ниндзя имеет в своем арсенале множество трюков, с помощью которых она может наносить огромные повреждения своим врагам. Первая способность – смертельный лотус. Пассивно создает до 4 лезвий, вращающихся вокруг силуэт и наносящих магический урон всем целям в радиусе. Каждое лезвие наносит урон единожды за одно полное вращение. Способность можно активировать, выпустив лезвие в сторону их текущего направления, тем самым нанося существенный магический урон целям, в которые они попадают. Вовремя использовав данную способность, вы можете доставать убегающих врагов даже через гущу деревьев. Вторая способность – захват дерева. Силуэт использует трос с крюком для захвата дерева. Это увеличивает ее скорость передвижения и скорость атаки на 6 секунд. Дополнительно в течение этого времени силуэт может вырвать дерево с корнем и подтянуть его к себе, нанося физические повреждения и оглушив цели на пути следования дерева, или же притянуть дерево к себе, оглушив все цели на пути и причинив им физический урон. Дальность захвата увеличивается вместе с уровнем способности. Способность очень полезна при сражении один на один. Она позволяет вам вовремя улизнуть от врага или же мгновенно телепортироваться к нему, нанеся оглушение и не дав противнику скрыться. Третья способность – безжалостный залп. Пассивное умение, позволяющее во время автоатак по цели наносить ей дебаф, увеличивающий урон от следующих ваших атак. Если вы используете любую вашу способность, в течение 4 секунд увеличивается скорость нанесения двух следующих автоатак. В сочетании двух ваших первых способностей безжалостный залп позволяет вам наносить массу повреждений по цели, не оставляя слабым врагам шансов на выживание. Ульта силуэт «Тень» создает вашу иллюзию, рассеивая негативные эффекты и летящие в вас снаряды, так же как Geometrix Bane. Вы получаете возможность поменяться с иллюзией местами на все время действия способности, или пока она не будет убита. Вы можете отправить свою иллюзию в безопасное место или на помощь своим союзникам, тем самым имея возможность оказаться в двух местах сразу, и в случае необходимости поменяться местами. Как вы уже заметили, можно обескуражить своих врагов еще больше, если использовать Geometrix Bane, получая тем самым дополнительные две ваши копии. Однако поменяться местами вы можете лишь с основной иллюзией. Все это поможет вам легко убивать врагов и избегать своей смерти. Спасибо за просмотр! Побывать в роли ниндзи вы сможете уже в эту пятницу. Sexual relations with that woman. Все самые последние новости Heroes of Newers, события, акции и многое другое только на официальном портале kon.garena.ru. Будьте с нами!